едят вот такие насыщенные, экологически чистые продукты, но это надо иметь привычку. Городские желудки к такому жирному непривычны обычно. Поэтому, если вам будут предлагать попробовать, то имейте в виду, что каймак 70% жирности, а скоруп больше 82%. Я вот читала черногорскую поварскую книгу. Вот мы сейчас космач видим с другой стороны. Видите, она гораздо как-то меньше выглядит. А сейчас начнутся самые красивые картины. Мы будем видеть море, Святой Стефан. Вот у нас слева там такой маленький островок с красными крышами. Это Святой Стефан. А вот большой остров напротив Будвы, это остров Святого Николая. Про Святой Стефан я вам уже рассказывала, если помните, что как раз на Святом Стефане жило племя Паштровичей, и они пошли на помощь жителям Катора, а на обратном пути захватили турецкий корабль с награбленным золотом и другим добром, продали его, построили на острове каменные дома, каменную ограду, загоны для скота, и у них даже осталось денег для легкого вооружение, то есть они поставили легкие стенные пушки и провозгласили свободную республику. Но это было в средние века, когда орудовали пираты и турки. А уже в 1939 году Титан